Всем привет! Новое видео по Forza 4. И в этом видео мы покажем вам топ гир в Forza. Ребята, они добавили сюда даже топ гир. Наш любимый топ гир с Хаммондом. Ребята, это все здесь есть. А мы будем выступать в роли легендарного Стига. Меньше слов, больше дела. Врываемся. И вот, ребята, реальная заставка Top Gear. Оригинальный BBC. Ребята добавили это в игру. Я не знаю, права купили, может, одна корпорация, может, потому что игра делалась в Англии. Но оно здесь есть. И в данном заезде это первый заезд из Top Gear в Forza 4. Мы выступаем в роли Стига на Lotus Elise. Есть пару условий. Мы должны пройти этот заезд, не понижая скорость меньше 145 километров дольше, чем на 10 секунд. Разработчики предполагали, что мы будем дрифтить. Но одно но. Я переигрываю, это второй заезд, потому что в первом заезде я попытался на лотусе, который мне непривычен, зайти в поворот с дрифтом. Слушайте, не вышел. Я остановился в соседнем дереве, там в левых кустах справа. Ну, это было что-то. Поэтому я просто вытормаживаю, спокойно вхожу в поворот. Машина, она как бы послушная, но мне она очень непривычна, поэтому я тут немножко буду по обочине, наверное, кататься, я не совсем могу ее удержать, а руль боюсь сильно дергать, потому что ее срывает. Поэтому я банально вытормаживаюсь и просто потом выгазовываю, добиваю вот эти вот до 10 секунд, чтобы 145 километров было. Вроде бы мы просто должны доехать. Тут как бы даже комментируют ребята, Крис Харрис комментирует наш заезд. Но, к сожалению, у нас только русские субтитры, а говорит он с красивым, но британским произношением на английском языке. Да, что-то разрабы упустили. Ладно, тачка обалденная. Мы сидим за рулем, как Стиг. Я вижу этого Стига, я обожаю эту передачу. Надеюсь, вам тоже она нравится. Значит, тут какая трасса? Получается, мы должны дрифтовать, но она в большинстве ровная. Спокойно входишь в поворот, не тормозишь, буквально отпускаешь газ. И будет пару поворотов, насколько я успел проехать, пока не провалил первый заезд, пару поворотов там почти под 90 градусов. Опять же повторяюсь, просто вытормозился и газанул. Вообще интересно было бы, чтобы мы, может быть, не только в роли Стига ехали, может быть, как бы с нами ехали ведущие, или мы, возможно, бы ехали сначала с ведущими, а потом вырвались в роли Стига, потому что прям посадить нас за руль как Стиг, ну... Я вроде бы как-то катаюсь, что-то вроде бы у меня получается, и может быть даже что-то делаю правильно, но до Стига мне, извините, когда небо раком, и мне очень льстит, что на меня надели белый шлем и белый спортивный костюм. Лучше бы Стиг не видел, как я прохожу эту гонку. Вот видите, вот тут немножечко притормозил и сразу по газам, и вот у меня из-за того, что под горку пошли эти секунды. Ну, опять же, быстро набираю 164, 167, вот все у меня хорошо. Уже 180. Как бы и проходится легко. Как говорил ранее, я немного включил помощников, потому что на одном корвете у меня была проблема с перегазовкой. У меня был отключен помощник перегазовки, и получается, передачи не переключались из-за того, что двигатель постоянно рвет. Нужно было приопускать газ, и как бы тогда машина переключалась, то есть еще лавировать. Я не про-геймер, поэтому я включил помощник с перегазовкой. Торможение осталось только за мной. Я выбираю, когда и где мы будем останавливаться. Это помогает побеждать. Но вот с перегазовкой, конечно, да. Тут лучше включить помощника. Итак, мы прошли эту гонку. Все ок. Надеюсь, еще будут гонки Top Gear в Forza Horizon 4. Следующую гонку в нашем видео никто не ожидает. Ребята, вы не поверите. Мы в роли пехотинца из игры Halo. Из сериала этого. Будем ехать на их тачке. Гоняться с их самолетом десанта просто нереально. Серьезно? В гонках, в Forza 4, мы против этого самолета должны будем гонять на их джипе. Кстати, я немного играл в Halo, но если помню, у него ходовых качеств нет. От слова вообще забыли поставить. Там, это же вроде бы огромная бронированная вездеходная какая-то тема. Посмотрите, какая красота в небе. Вот оцените, это Forza, это Англия, ребята. Мы едем на фоне инопланетного корабля. Серьезно? Мы гоняем с десантным кораблем Halo. Кстати, обратите внимание, я случайно въехал в одну из текстурок, из блоков, которые стоят вдоль трассы.
Это как бы все тематически, как бы все сделано под эту игру, но, ребят, учтите, их нельзя сбить. Это нерушимые объекты. Вы посмотрите, какие ограничители классные стали, какие-то лазерно-плазменные. Обалдеть, я просто не верю, что я в этой игре еду на вездеходе из Хейла. Это показательный заезд. Я не знаю, что мы рекламируем, будущее, наверное, или игру, одну из игр Microsoft. Ну ладно, об этом мы умолчим. Тем не менее, посмотрите, у нас здесь впереди истребители. Мы гонимся за этим кораблем десанта, или он штурмовой, точно не помню, на этом вездеходе. Что у этого вездехода за характеристики? Их нет. Он не едет, он не поворачивает, он движется по направлению. И если вы резко повернете руль, вот как вот сейчас, этой серии ваше предложение принято, рассмотрено, к сожалению, отклонено, и он едет прямо, куда он хочет, он решает, куда он едет. Поэтому тут, честно говоря, я аккуратно подгазовывал, аккуратно тормозил машину. Тяжело управляется, обалденно. Вы видели этот прыжок? На фоне корабля. На ионных двигателях. В Forza 4. Аж не верится. Так вот, значит, аккуратно нужно быть с управлением, потому что тачка просто живет своей жизнью. Вот видите, я просто об забор, об ограждение торможу. Кстати, разгоняется она, посмотрите, она со скоростью полпирожка в час едет. Вот 160 я набрал. Мне приходится сбрасывать скорость, я опять разгоняюсь, особо ничего не происходит. Зато у меня появились соперники. Не только на фоне этого истребителя, либо как у нас ранее было, паровоза, либо корабля на воздушной подушке, мы едем с аналогичными реальными джипами из игры, которые вообще вроде бы не относятся к гонкам или к Форзе. У меня нереальные эмоции. Управление бы добавить хоть какого-то этому джипу. Так, у нас пройден 60 с чем-то процентов уже пройдено. Оп, аккуратно, тут эти щиты. Посмотрите на этого красавца. Пройдено уже почти 70%. И так, нам, похоже, нужно просто доехать, потому что я не вижу, я первый или второй. Да, нет, ничего, просто доехать надо. Кстати, довольно короткий заезд, но очень атмосферный. Но вы посмотрите на эту тачку. Она не умеет ехать и поворачивать, но она чертовски классная. Вот такая нужна на самом деле. На случай маленького зомби-апокалипсиса, вот такая я хотел бы, чтобы у меня стояла в гараже. Так, теперь мы едем уже по лугам. Да, с таким весом этого джипа речки нам нипочем. Блин, проходит все просто, как будто он едет по асфальту. Так, мы подходим к 90% завершения уже гонки. Мы, кстати, особо не можем догнать этих ребят. Они, наверное, заскриптованы. Как и самолет. Я немножко там налажал вначале. У меня... Обалдеть, мы пролетаем над этим самолетом. Воу! Это было красиво. Это было реально красиво. Так вот, у меня такое чувство, что у меня все эти ребята, все эти джипы и этот самолет меня немножко подождали. Потому что, ну, реально, я там сильно остановился. Я отматывал немножко кнопкой Y, я играю на Xbox Gamepad. Кнопкой Y я отматывал назад. И вот, смотрите, ребята, вот здесь я нафакапил, серьезно. Меня все обгоняют, но опять же, почти 100% пройденной игры. И нету, где я первый, где я второй. Мы проходим, да вы посмотрите! Мы очень рады, если вам понравилось это видео, было полезным. Нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишетесь на наш канал. До новых встреч! Всем пока!